А тут вообще можно снимать исторические фильмы. Дом старинный. Как говорится, нога цивилизации здесь еще не ступала. Вот так было в старой Чите. Вот. Живая декорация. Может быть, кто-то смотрит меня сейчас из людей, связанных с кинематографией. Вот, пожалуйста, предлагаю вам прямо живую декорацию. Ничего не надо строить. Прямо сразу можно. Царский дом, советский дом. Это улица Ингодинская. Вот. И если туда сейчас там дальше так пройти, там будет управление Федеральной службы исполнения наказаний. Но я туда не пойду. И тюрьма, которая, в общем-то, хоть здание и старинное, тоже дореволюционное, крепкое, но оно такой уж ценности не представляет. Вот. Хотя зря.